В этом году исполняется 60 лет с начала освоения целинных и залежных земель. В Саратовской области исследования территории начались с Дергачевского района. Поселок, где живут первопроходцы, посетили чиновники и наша съемочная группа. Сегодня здесь открывают памятную доску, а ровно 60 лет назад в этом месте построили первый целинный совхоз на территории Дергачевского района. Старожилы вспоминают, тогда на освоение новых земель съезжалась молодежь из десятков городов Советского Союза. Сегодня помнят традиции. В районе до сих пор действует один из старейших агропромышленных лицеев страны. Вот директор Борис Николаевич Катков, который как бы очень много, 25 лет вложил. Здесь обучали кадры, которые тут же отправляли на освоение целины. Сегодня методы уже другие, признаются в руководстве лицея. И специальности больше, и обучение современное. Это кабинет теоретического обучения устройства тракторов. Кабинет довольно-таки уникальный. Почему? Потому что все это в движении, все это крутится, вертится, работает. И ребятам очень приятно не только теоретические как бы, знания получать, но и на практике видеть, как это все вращается. Сегодня здесь обучают уже внуков тех специалистов, что осваивали целинные земли. Многолетний опыт, говорят чиновники, не должен пропадать. У выпускников лицея есть все шансы стать такими же профессионалами, как и их предшественники. Нам надо подумать, вот таких одаренных детей просто вести на подготовку как руководителей. Вот с этого звена, брать с этого звена и через вашу уже высшую школу двигать как управленцев, как руководителей. Потому что когда люди так глубоко будут понимать и знать сельское хозяйство, вот чего нам сегодня не хватает. В честь юбилея с начала освоения целинных земель в Дергачевском районе проходит целый цикл праздничных мероприятий. На сцене выступления творческих коллективов, а на местном ипподроме – конно-спортивные соревнования на главный приз. Для Саратовской области это настоящий праздник, уверены власти. 60 лет назад регион внес огромный вклад в освоение целины, а сегодня продолжает аграрные традиции. Елена Губенкова, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов.